Важная победа, важная и с точки зрения турнирной стратегии, эмоциональная для команды, потому что после такой длительной безвыигрышной серии нам очень важно было добиться победы. Мы сегодня говорили ребятам о том, что очень важно проявить их характер и достать из себя нашим в большей степени лидерам свои, да, больше лидерские качества. Поэтому благодарны ребятам сегодня за то, что мы, несмотря на все какие-то, есть у нас определенные сложности по кадрам, да, мы добились победы, владели территорией, были моменты. Но еще раз говорю, что сегодня очень важно, что команда завоевала 3 очка и предстала единым коллективом, которое бьется и отдается на поле. Это было сегодня очень важно. Спасибо, Александр. Наверное. Предыдущая пресс-конференция была достаточно эмоциональная. После этой пресс-конференции, после разговора, ну, о котором сообщался практически каждый утюга, наверное, да, который был на базе, вы почувствовали, что сегодня команда была более заряженной, более у них было больше мотивации или совпало? Вы знаете, немножко большинство неправильно расставили акценты после той пресс-конференции, а самое главное, что определенная инициативная группа это подхватила, поэтому да, у нас состоялся разговор хороший, правильный, где мы какие-то наболевшие точки проговорили по команде, что беспокоит, что не устраивает, и самое главное, что двигаемся в одном направлении, все вместе. Сегодняшний матч, еще раз говорю о том, что мы с ребятами всегда договариваемся о том, что есть игры, когда и любой матч – это самоотверженность, самоотдача, и дальше уже на это накладывается определенный класс и исполнительское мастерство, да, поэтому и сегодняшний матч не исключение. Поэтому были хорошие моменты, голы красивые, но я имею в виду второй, понятно, первый с 11-метрового, второй – хорошая комбинация, Миранчук, Пияев. Вот, и еще моменты были, поэтому благодарны ребятам за сегодняшний матч и сегодняшнюю победу. Александр, будет ли у вас еще вопрос? Ну, вы можете сказать, что это сегодня начало чего-то большого, да? Вы чувствуете то, что переломили, да, этот неудачный тренд, и команда воспрянет и пойдет? Ну, я абсолютно уверен в этом, потому что у нас есть и уровень готовности, и состояние, самое главное, что ребята на это нацелены. Были матчи хорошие, но не удавалось победить. Самое главное, что болезненный вылет из кубка. Понятно, что это было очень неприятно, но самое главное, чтобы правильно на него отреагировали и сегодня добились победы и поступательно планируем двигаться дальше. Нам необходимо двигаться только вперед и свои задачи решать поступательно. Это очень важно.